Значит, продается машина Mercedes Sprinter 2005 года с пробегом 186 тысяч. Только из Германии. Вот такой вот машине салончик. Открытие рибаска. Сними рибаска. Рибаска есть, клима. Клима, рибаска. Ну, тут все видно, все понятно. Пробег. Вот пробег ее реальный. Коврики оригинальные даже стоят в машине. Все в оригинале. А можно завести машину и открыть капот? Послушать, как она работает. Работает супер. А капот можно открыть? Да. Сейчас посмотрим, что как у нас под капотом. Никаких потеков, ничего нету, правильно, да? Чистенький двигатель. Будка 20 кубов. Резина зимняя стоит. Басту открыть? Да, да, можно посмотреть, конечно, Басту. Подключена система Басту, можно и в кабину ее включить, и в будку. Ступенька сзади. Еще одна дверь боковая для боковой выгрузки. Свет есть, лампы горят. Вот, видишь, еще там есть ниша. Подножечка, смотри, как аккуратненько. Машина обслуживалась только на Мерседесе. Только-только на Мерседесе. Все полностью. Будка термическая. Резина, зимнюю резину засними какая. Резина еще ездить и ездить. Вон, зимняя. И передняя тоже. Вибаста стоит. Вибаста. Не гнилая нигде. Все как положено. Стоимость автомобиля 19 200.